Сегодня праздник у девчат, точнее, у девчонки. Ровно 51 год назад в семье будущего бессменного лидера нации Нурсултана Назарбаева родилась дочка Дарига. Тогда никто не думал, что раскосая красотка станет подспорьем папы, руководителем фракции Нур-Отан и вице-спикером Мажилиса. Впрочем, не будем о политике в столь славный день. Лучше о талантах новорожденной, а их у нее несколько. На горе белым бело, рано вишня. Завлечь не завлекла. Ой-ла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 й. Полюбила я парнишку, а завлечь не завлекла. Меццо-сопрано Дариги, конечно, не дотянул ее до уровня известности, например, Марайя Керри, Уитни Хьюстон или Селин Дион, но то ли еще будет, ведь залы певицы Назарбаева уже собирает большие и всегда с аншлагом. Впрочем, это скорее заслуга ее великого папы. Талант впарить любой товар у него от рождения. На концерты дочурки Елбасы зрители, говорят, загоняют чуть ли не под дулом автомата в добровольно-принудительной форме. Опустела без тебя земля, как мне несколько часов прожить. В перерывах между гастролями Дарига закатывает концерты в Мажилисе. Стоит отметить, что ее популярность на политической сцене растет как на дрожжах. Каждое выступление можно разбирать на крылатые фразы. Представляете, сейчас если дать ученым полную свободу дискуссии, они еще 50 лет будут обсуждать, какой должен быть латинский алфавит. Поэтому просто надо всех собрать в одну темную комнату, опять же, и не выпускать, закрыть, пока не договорятся. И дать им на это ровно неделю. И посадить их на хлеб и воду. Каждое воскресенье, чтобы работники акиматов по очереди пересели на инвалидные коляски. Надеюсь, что меня не обвинят в том, что я наркоман. Впрочем, помимо певческого и политического даров, Дарига Назарбаева обладает, несомненно, сильным материнским талантом и знает, как воспитать достойного казахстанца на примере своих сыновей Нурали и Айсултана. Я считаю, что нужно время от времени детей водить на экскурсию в дома ребенка, в интернаты для детей-инвалидов, чтобы они видели, что вот каков результат непродуманной половой жизни, преждевременной. И детей этих уродов показать инвалидов. Пусть смотрят. Насыщенная и бурная деятельность матери троих детей, почитаемой певицы и политикой, разумеется, требует серьезного релакса. И в этом вопросе Дарига даст фору многим. Тут она подкована на 100%. Давай закурим, товарищ больной. Давай закурим, товарищ больной. Причем надо отдать должное, дочь Елбасы не жадна и готова поделиться рецептом счастья и веселья с народом. На самом деле эту произрастающую дико коноплю использовать именно в хороших целях. Таланты и достижения первой леди Мажилиса можно перечислять еще долго, но мы в целях экономии драгоценного времени Дариги дарим ей от лица казахстанского народа стихотворение «Пожелание». Любимица всего народа, талантов много в Дариге. Певица от души, от Бога, одна такая в аккорде. Она идеями дурманит, а песней сердце веселит. Дай Бог преемницей станет, траву в долинах возродит. И будет все как в доброй сказке, детей уродов счастье ждет. Акимов ждут уже коляски и демократию народ. Желаем благ, добра, здоровья, веселья, миллиард тенге. И чтобы неземной любовью народ был полон к Дариге.